приехала в Мегрс за $3. Ну вот, и хорошо. Теперь сейчас посмотрю, что же мне взять. А чего здесь две цены, интересно? Большая цена, маленькая цена. Чем-то оно отличается. Надо у кого-то спросить. Хочу лукума. Говорят, на 8 надо делить. Вот эту цену надо делить на 8. Ладно, пойдем посмотрим, что где есть интересного. И почем здесь все остальное. Девушка, вы не знаете, цена вот это и это, на которую смотреть? На эту, а это тогда что? Вторая, везде две цены. Это может быть упаковка, может упаковки, может шишки, не знаю. Ну вот она. Ясно, и делить надо на 8, чтобы узнать, да? Ну, если российский, просто смотрите, 8,75, получается 80 рублей на наш, на российский. Я вообще на доллар хотела перевести, потому что... Ну, считайте, если 1 доллар, это 10 лир. Посчитайте. Угу. 8 лир, а не 10. Ну, в обменнике. 8 в обменнике. Ну так, грубо плюс-минус. 8 на 8, это значит 1 доллар получается. Ну, 1 доллар, 8 лир. Ну, да, ну, значит, да. 1 доллар. Ну, так я сказала, 8 лир. Ну, правильно. Мы постоянно куску берем, она вкуснее, я не знаю, вот это. Да. Что возьму? Этот раз брать не буду много. В прошлый раз везла всем, тянула этот чемодан. Этот раз не буду. Вот. Это что у нас? Это что-то съедобное, что-то съедобное. Стоит 20 и 25 разделить на 8. Ну, 3 доллара, наверное. Вот это. А кофе? А кофе под меньше, чем по доллару. Я так думаю, что надо мне еще взять, потому что приеду, и Ариши, и Лены, всем понемножку. Раз, два, три, четыре. Возьму пять штук, правда, не помешает. Так, а большая сколько стоит? Большая стоит. А я цену не вижу. Цены не видно с этой стороны. Сыры я брать не буду, потому что я не знаю, какие и что. Красивые, конечно. Все интересное, но... А что это я хотела увидеть? Я совсем забыла. Забыла, ладно. Так, вот тут тоже вот халва, по-моему. По-моему, даже дешевле. Есть по 7. Меньше, чем доллар. Сейчас я посмотрю. Сейчас я посмотрю. Шоколадная. А это шоколадная халва. Ну что, возьму одну пачечку. Ну вот так сейчас возьму, а я даже сумку никакую не взяла с собой. Ничего не взяла. Вот так вышла просто прогуляться и думала никуда и ничего. И потом спонтанно у меня вот так получилось.
Так. Оливки. Оливки. Так, хотят пройти, не проходит. Не проходит. В стеклянных банках это будет тяжело. Значит, что пластмассовое тяжело будет. Мешаю на... Так, это что? Это что? Это чай гранатовый. Сейчас вот люди видно, разбираются, будут брать. Я сейчас... Девять. Так, я со своей коляской. Я взяла коляску, чтобы на себе не тягать. У меня нет мешочка. Что это такое? Шоколад. Репортаж. Шоколад. Шоколад. 6, 5, 7. Две цены. Одна, наверное, у них по карточке, я так думаю. Красивые такие, но они же такие маленькие. Маленькие, вообще кошмар. Так, ребята оливки выбирают, надо и мне там тоже выбрать. Хотелось бы, чтобы банка была пластмассовая, потому что стеклянная банка, как ее потом вести? Они все в стекле, все в стекле. Есть пластмасса. Так. В стекле я брать точно не буду. А там что сверху? Сейчас-ка я за... А там тоже стекло. Залезла туда, там тоже стекло. Нет, стекло я не потащу. Стекло я не потащу. Потом только думай. Или сам... вручную кладь положи или дергайся, что может что-нибудь случиться. Так, что тут еще интересного? Это что? Вкуснота. Это вкуснота различная. 54 разделить на 8. 4 где-то 5 долларов, да? Так, сказали, чтобы я маску одела. Блин, а где она? Есть у меня маска? Бежим в другую сторону, чтобы ко мне не прицепились, и искать, и искать крем. Крем с авокадо, 3 доллара. Так. Заедем сюда. Эльсеф. Сколько тут эльсеф стоит? 50 разделить на 8. 4. Думаю, за 5 долларов 12 я купила за 10. Не надо. Так. Куда двигаемся дальше?
Я знаю, что я хотела посмотреть сковородку маленькую. Маленькую сковородку. У меня есть... О, какая обувь! О, какая обувь! Сейчас мы посмотрим. Что тут есть интересного? Я же все ноги постерла. Всей обуви, которую брала с собой. Это смешно, правда? Это деревянные, эти жесткие, какие сланцы, 36-й. Маленькие, совсем только маленькие, 36-й размер. А эти желтенькие. Снизу нет, и сверху нет. Ясно. И стоит... Я не поняла, что это они. $1, что ли? Так, дальше идти нечего. Возвращаемся. Вот, кто-то мне писал, поснимайте в Мигросе. Ну что, вот я снимаю. Что тут интересного? Можно увидеть. Ничего не вижу интересного. Купальники. Какая интересная сковородка. Вот она, какая интересная есть. Побольше, чем моя. А сколько же она стоит? Сколько же ее цена? Цену не вижу. Цен много. Такая глубокенькая. А мне она нравится. Надо спросить цену, а потом вернуться. А вы в ценах разбираетесь? А вот сколько вот эта вот сковорода стоит? А вот, вот отсюда, вот где 26 написано. Ну, 26 лир, 27 лир. А в долларах это сколько? На 8, а если, грубо говоря, 270 рублей, сегодня рубли. У меня белорусские рубли, поэтому я на доллары. На 8 или на 9 делите, я не знаю, как у них сейчас. Кто-то по 8 берет, кто-то по 9. По 8 я видела, по 8. Ну, мне сейчас по 9. Это значит, ну, где-то 3 доллара. 23-24, 3,5. Это 3,5. Если это цена именно от сковородки. Если это от нее цена там. Скорее всего, да. Вы почитайте, вот если буквы туч, май, грей, что-то такое. Да, да, вот что-то такое, да. Такое вот очень похожее. Ну, какая она миленькая. За $3, а $3 это будет 7,50. Возьму. Возьму. Поехали дальше. Кружки, кружки. Нет, такие кружки мне не надо. Спиртное нам тоже не надо. Масла. Масла 19. $2. $2. Thank you.
сколько много народу сегодня, а? Море народу. Ну что, надо пойти, наверное, орешки шоколадку купить. Или вот, вот тоже шоколадки. Шоколадки. 6, 7, 5. Что там за 5? Сейчас посмотрим. Господи, не выковырить. За 5. Просто кофе. Просто кофе. А вот за 3 кора. С начинкой. Карамео, с карамелью. Взять одно такое. 4 белое. А это Nestlé. Nestlé нам не надо. Nestlé мы знаем, что это такое, правда? Персиков опять нет. $6.50, да? Ну, с орешкой 6.50, ага. А без орешки 3.25. Это с начинкой. С карамелью, да. Надо пару штучек таких взять. Вот так вот думаешь, ничего не повезу. А попадаешь в магазин, И тому хочется. На Ксюшке хочется, и орешки хочется. А скоро Мишка вырастет. И тогда уже у меня будет в двойном экземпляре покупки. Что я тут еще хотела? 5-7. Ой. Чуть не перекулила свою машину. Опять я к ним пришла. Не буду их покупать. В банках. Пойду что-нибудь посмотрю вкусное еще. Это берем. С фисташкой. Как с орешком. Так, ну что, одну возьму. Такую. 12-28. Посмотри, с чем. С таким банкалором. Посмотри.
самые вкусные по какой-то, да. Я должен проверить. Ну смотрим, что сколько стоит один. Не знаю, что это. Это столько. Не знаю, что давай это, но возьму. Да. Ни разу не брала. Да? Ни разу. Да. Не брала. Что это такое? Мне кажется, вот эти. Да, ну не давай. Чипсы будут. Просто положи и все. Вот и оливки еще есть. Вот они есть в пакетиках. Вот так вот. Вот такие, наверное, можно взять. Такие я довезу, правда? Вот такие срок годности. А срок годности я не вижу. Где они тут? Ладно, это я возьму. И, наверное, вот такие. И такие вот возьму. В прошлом году я вот это привозила. Но сейчас я не повезу. У нас такое тоже есть. Это неинтересно. Какая банка красивая, а? Смотрите, какая красивая банка. Сколько же она стоит? Ладно, я возьму только это. Сейчас я черные посмотрю, чтобы покрасивее были. Чтобы были покрасивее. Да, они все одинаковые. Ладно, все. Ну что, наверное, на выход? Наверное, на выход. Такая очередь. Так, а как я это повезу? Вопрос в чем? А? Вот вопрос в чем. Что это такое? Ванила. Латте. А, это кофе. Кофе в маленьких пакетиках. Мне это не надо. Все, идем на выход. Ну, вот так вот я погуляла. А что вот там? А что это вот там? Вот там еще хочу посмотреть. А, это разная ерунда. Скажи, что такое взяла. Конфетки, стекляшки. Так. Все, прячем на выход.